Здравствуйте, друзья! С вами Светлана Короткая. Многие из вас уже делали различные веточки заснеженные с ягодками. Сегодня я тоже сделаю такую композицию из веточек. Все делается из подручных средств. Вот такие ягодки я сделала из обычных салфеток. Нужен будет клей ПВА, его можно будет разбавить немножко с водой. Это вот получается из целой салфетки. Буквально за несколько минут можно накатать эти шарики. Здесь у меня хорошо просохшие. Самый бюджетный вариант — это шарики из салфеток. У кого нет, возьмите бусинки. Возьмите какие-то искусственные ягодки. Если немножко виден клей, ничего страшного, мы сейчас все это будем еще заснеживать. Так обклеиваю все веточки. Друзья, какие есть варианты? Можно закрасить все краской спреем, любым. Серебро, белый, золото. А можно просто сделать небольшую заснеженность. Взять губку или спонжик, белой краской заснежить. Может, это и дольше, но тоже будет красиво. В этом случае цвет ягодок будет все равно проглядывать. Может быть, кому-то это нравится, кому-то не нравится. Смотрите, как вам лучше. Еще вот такая есть веточка. Я сейчас доклею последние и побрызгаю серебристым спреем. Друзья, я сегодня хочу порекомендовать вам канал Татьяны Орловой «Рукоделие». Для тех, кто любит различные техники рукоделия, не боится экспериментов, и создан этот канал. А уж здесь каждый для себя найдет что-то интересное и полезное. Татьяна очень общительный человек, поэтому ответит на все ваши вопросы. Друзья, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А ссылку на канал Татьяны Орловой «Рукоделие» я дам в описании под видео. Брызгала я на улице, потому что все равно есть у этого спрея небольшой запах. Ну, вот такая красивая веточка получилась. Сейчас я ее буду устанавливать. Разовая посуда вот такая у меня. Она широкая, устойчивая. Сейчас я заливаю гипс. Начнет схватываться гипс, и я сверху уложу вот такие камешки декоративные. Обычно их для аквариумистов продают. Вот так все быстро получается. Точно так же я сделала здесь, но здесь сразу три веточки. Пока краска не высохла, я самодельным снежком могу посыпать. Таким же снежком можно и веточки было обсыпать. Друзья, такие веточки будут смотреться очень красиво в различных новогодних композициях. А это сказочное дерево напомнило мне какой-то детский мультик. Поэтому я собрала такую небольшую сказочную композицию. Друзья, не ждите чуда, создавайте себе праздник сами. А я на сегодня с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!